вообще принято называть композиции. Первая у нас композиция, номер назывался «Если», а следующий, последний номер назывался «Необратимость». Что касается следующего номера, я говорю номера, потому что это инструментальные композиции. Мы сторонники жанра инструментальной музыки, и проповедуем его, и продвигаем его, и, собственно, фестиваль «Побратим Бубнофест» таким в Питере и был создан. И фактически с «Будешь джемом» мы ровесники, это 2016 год, он начал чуть раньше. И несмотря на то, что у нас сессия грядущая называется 22, концертов у нас было вовсе не меньше, потому что в эти сессии проходило и по 2, и по 3, и по 4 концерта с названием одной сессии. Я очень рад, что я играю с такой прекрасной ритм-секцией сегодня. Давайте похлопаем. Сыр сгорел. Thank you.
Михаил Глаза и барабаны. Станислав Рыбинский, бас-гитара. Твоя доля, Сыдыш. Thank you.
Это называлось кошачий суп. А теперь можно. Thank you.
коротенькие номера специально для этого вечера. Thank you.
Это были рыбки утонули. Был! Вот это браво! Сергей Горчининов, представь еще раз своих музыкантов. Михаил Делазарь, барабаны. Станислав Прибинский, бас-гитара. Бесконечный трипер Алина Ярослава и Нижний Новгород вместе с этой девушкой, Бубон Отец. Петр Кулеш, 44-й, бесконечный, желаю и дальше продолжать во что бы то ни стало. Как и Бубон Отец. Спасибо.